Пока моюсь, короче, буду думать, нужна она мне или нет. Кому нужна эта Крис? Глебу нужна, ребят. Так, слушайте, я сейчас быстро в душ. Кому нужна эта Крис? За что сидел в изоляторе? За дебош, ребятки, сидели мы в изоляторе. Крис овчарка. Да ладно, ну что, на каждую овчарку есть пастух, поэтому у Глеба все получится, я думаю. Так, как дела? Отлично, как в Париже. На свободе. Хотели отметить, но воздержались от этого. Почему вас обматерила Крис? Крис сейчас нас покрыла таким прямо. Леха, она еще не расстала, ждет твоих извинений с фветочкой, с цветочком. Ребята, нет. Ничего подобного. Если она извинится передо мной, ну скажет, если Леха, ты мне нужен там. Да я вижу, я же посмотрел ей в глаза, когда пришел, сейчас говорю, ну да, я гляну тебе в глаза. Посмотрел в глаза и понял, что она любит меня. Тебя выпустили, да, нас обоих с Глебом выпустили. Привет тебе из Испании, ты классно, интересно, смотри, спасибо Испанию, обожаю вообще Аликанте, Валенсия, Тревьеха, всех, все места. Леша, ты классный, спасибо, да не оставляй. Пить будете сегодня опять? Нет. Приветик, привет, привет, Рим. Лех, ты умеешь рулить девчонками. Обязательно. Надо мне это. Мюнхен, привет, передает. Мюнхен, привет вам. Аух. На сцену надо. Вам на сцену надо. Больших и малых, да. Узбекистан обнял вас. Оренбург, привет. Достаю голый, ребят. Больше не бухаете? Нет. Привет, привет, привет. У вас 135 человек уже. Не в личку не отвечаешь. Ребят, всем отвечу сейчас. У меня же телефона не было. Привет, Германия. Полечу 16-го в Германию, ребята. Часто пьете? Да хрен его знает. Нет, вроде. Первый сбой за 6 лет был. Леша, вы не забыли про 17 июня? Я помню, вы писали, но не факт, что я буду в Германии, буду с сыном. Иди, мойся, иду. И вы прикольно, спасибо. И уже буду потом, ну, смотреть. Наверное, вас поздравлю. Зачем тебе это брянское? Блин, ну, тут понимаете, что тут вопрос такой. Ну, хочется мне с ней побыть. Разошлись с Аней. Она приняла решение это, но я пока его не одобрил еще. Визу не поставил. Алена покинула проект. Да, уже давно не покинули проект. Дня 4 назад. Ты красивый, спасибо большое. Привет, Харьков. Харьков, привет. Был у вас на Новый год. Жить с таким балбесами на поляне и не пить – это чересчур, согласен. Не, ну не совсем согласен. Пынзари будут ведущими, они ведут периодически. Да, скажи, зачем брянская? Она крутая, она мне нравится пока. Но сердечко мое улыбается, я попробую. Ну, не знаю. В общем, ребят, пока, в общем, так, как есть оно. Ты вернешься-то с Германии. Ну, хрен его знает. Ну, наверное, вернусь, может, нет. Алина с Берлина. А как там Алинка с Берлина? Вчера с ней разговаривал с Алинкой. Отлично все. Привет из Казахстана. Привет, Казахстан. Привет, привет. Ты что, похудел или это в телевизоре ты больше? Да я похудел. Я реально стройный, как кипарис стал. Вы с Брянска слишком классные. Привет из Краснодара, привет. А сегодня ездила на квартиру и там виделась с кем-то, так что держи руку на пульсе. Хорошо. Почему у Брянской все ноги в синяках? Блин, я не знаю, я спрашивал, я говорю, может, это с порнохаба? Она говорит, нет. Ну, это шутка была. Ты классный, так, Дом 2, реалити, кто там у нас? Маккафе, не, тут миляет. Короче, не слушай Аню, не слушаю вообще никого, ребят. Даже вас через раз. С женой в хороших отношениях. Ну, общаемся, как, в принципе, ничего плохого у нас такого серьезного не произошло. Так, Андрею. Андрюха, здорово, брат. Напиши Тусанем. Обязательно, Андрюх, слушай. Блин, братик, конечно, я наберу тебя. Я нанюхался? Нет, не нанюхался. Алина Семчик нанюхался. Нет, вы что? А что, чего я должен нанюхаться? Брян тоже прибухивала недавно. Ты писал, что точка с Брянской. Ну, я поставил ее, да, я жду от нее действий.
Лёш, ты самый классный, спасибо. Рецепт пиццы покажи, все покажу. Рука заживет у Кристины с Глебом. Как все? Все сложно, в общем. Зачем Глеб вещи собирал? Не знаю, привет тебе из Братска. Братска обнял. Жемчугов свободен. Жемчугов свободен. Все увидите скоро в эфирах. Привет с Украины. Украина, привет, дорогая. Так, ладно, ребятки, давайте, там у нас кипиш. Лёша, слушай, сердечко свое, ты неотразим. Благодарю вас, спасибо большое. Дай человеку в душ сходить. Потом, наверное, выйдет еще раз. Не знаю, сколько тебе лет, мне будет 42. Ермакова так и не смогла прокатить Мартинчика, покорить Мартинчика. Мартинчик сам себя не смог покорить. Ты уже вышел с изолятора? Да, Ермакова только прокатить может Мартинчика. Сколько с сыном можешь видеться? 10 дней в месяц. Все как у вас, все быстро. Все, ребят, кто там кричит? Тетя Наташа кричит. Она в свою квартиру с кем заселяться собирается? Да хрен его знает, с кем угодно может заселяться. Как бы там насчет квартиры, у нее вообще мутная история, ребят. Даже не хочу об этом разговаривать, как захочет, сама расскажет. Как Пынзарев в поле ведущий, отличный ведущий. Пусть тогда разбанит, и мы спишемся с ним. Я не знаю, о чем, бегите в душ, хорошо. Глеб тоже вышел с изолятора. Да, ты в изоляторе? Нет, все, Анна, всем привет, ребята. Когда в Германию? Скоро. Вот, всем пока-пока.